Ребята, я всех приветствую из Одессы. Сегодня 12 сентября 2024 года. Местные наши телеграм-каналы пишут, что Одессу накроет гроза в ближайшие 3 часа. Но я сижу вот у Черного моря, смотрю на погоду, и мне кажется, что грозой не пахнет. Нет, ну конечно, на море погода меняется быстро, вот. Но я сомневаюсь. Я сегодня с утра читал, зашел в синоптик посмотреть. Вот. И значит, что там пишут? Пишут, что в Одессе идет дождь. Вот. И закончится дождь только вечером. А по факту, чтобы вы понимали, дождя сегодня за целый день не было. Вообще ни капельки не капнуло. Ночью был дождь, была гроза, была молния, был дождь, да, все. Вот. Но днем дождя не было. С самого утра светит солнышко. Вот. Немножечко затянуло такими облаками белыми. Но сейчас уже даже облака ветром сдуло. Вот небо ясное, солнечно. Вообще погода прекрасная. Море очистилось. Я вам хочу сказать, во всяком случае, вода не красная. Вода не грязная. Вода чистенькая, прозрачная. Вот. Особенно вот пляжи, которые идут, начиная... Да, в принципе, везде чисто. И в Аркадии чисто, и на Малом Фонтане чистая, лагуна прям вся прозрачная. И вот здесь тоже пляжи и Отрада, и Лайон. И, инклюзивный пляж, дельфин, везде чистейшая вода, просто прозрачная. Вообще, прям купаться одна благодать. Потому что в последнее время, вы знаете, я показывал, у нас с водичкой были проблемы. Она то красная, то зеленая, то черная, то с водорослями, то еще что-то. То мутная, грязная была после вот этих ливней. Сейчас вода очистилась, супер. Бархатный сезон в самом разгаре. Погодка классная, солнце нежное, прохладный ветерок. Уже нет вот этой спеки сумасшедшей, аномальной жары под 70 градусов, блин. Короче говоря, на море прекрасно. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.